Что, пасти пошли? Да. Ну давайте с Богом. А что ты без штанов-то? Да мне так нормально. Я никогда такие не носил. Считаю, что это не очень хорошо. А собачку-то не берете? Нет. А почему? Потому что она сильно рвется к ним. А? Она сильно рвется, и они не могут наесться. Он мешает, что ли? Да, она мешает. А как он мешает? Мы стоим, она рвется к другим коровам, мы вместе держим. Она сильно рвется. Ну рвется, так он ее не тронет, ни коров, ни еще. Что рвется-то? Он трогал. Как он трогал? Расскажи. Он один раз, мы подгоняем, я держал Дарью рядом с собой. И она начала гавкать, и один остановился. И она его зубами так немножечко прислонилась к его ноге, и он как побежал. На кого-то побежал, я про Шарика говорю. А, про Шарика? Про Шарика. Шарик никого никогда не трогал. Вот его взяли, вам интереснее было бы. Шарик. Прямо на цепочке и взять. Взять? Только не отпускать, конечно. Шарик. Такого хорошего друга не взять. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Только там эту пристежку-то не трожь. Ее сделай так, чтобы на руку нацеплять. Петлей. Ну-ка, сделай так с поворотом. Сделал? Да. Зацепил, вот так. И не отцепляй. Хорошо. Вот так, вот он пошел. Вот, Шарик пошел пасти коров. Повещик. Вот перед Денистер идет. А кто у вас главный-то сейчас, пастух? Тарас. Тараси Загуляев. А это Нестор был. Главный. Но его сместились за то, что рано пригнали один раз. Нестор робот. Сколько вам лет-то? 12. Тебе сколько? 13? 12. Не понял. 12. 12, а Нестору? 12. Тоже 12. Ну, я старше его на 4. Ну, у вас вместе тоже 24 набирается. Так что за одного сойдете. Я старше его на 4 дня. Ну давайте его посмотрим. А у тебя интересно, палка кверху толстым. Обычно толстый внизу, а вы оба неправильно держите. Ну ладно. Значит, так вам удобно. Володя сегодня прокосил, вот сейчас пройти можно. О! Так. По 12 лет. Это столбы, провода электрические, шли они. Вот это детский православный лагерь. Там музей теперь. Комплекс для бедных лагерей. Зимой будем встречаться где-то там с начальством, говорить им, объяснять необычность лагеря его. Ну и что? Там проверил, там в кустах-то не осталось? Не осталось. Ну и хорошо. Часы смотрите. У кого часы-то? У Нестора в портфеле. О-о-о. Чтоб когда пойдет дождь, чтобы не замочило? Вы что-то не взяли с собой ничего. Ни дождевика нету, ни... Вон она, мальва, растет где. О-о-о. Мальва-то сколько? За оградой тут. То есть коровушек выгоняют. Я сейчас увидал, сколько здесь репья. Сейчас пойду возьму лопату, начну я его крошить. Thank you.
смотрите пшеницу, и где вот косили, там круглое-то, туда не подгоняйте нигде, иначе они рогами развалят ее. Вот, все, потихоньку. Тут сильно гнать не надо, пусть они уже едят. Посматривай за ними, да и все. О, пошли. Все показали, взяли с собой, пообедали, пошли. Вы в баню-то ходили? Да. О, нормально все. 3 часа в 5 служб. Ну, богослужение имеется в виду. С Сариком им веселее будет. Не отпускайте его, иначе он убежит. Он такой баловной, веселенький. Благослови, Господи. А вон по бугру, там видно, высоковольтная линия. Вон столбы стоят. Ладно.